Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Это мое новое видео на тему смог в Польше. Уже месяц просто пестрит интернет разными статьями, причем не только каких-нибудь журналов и газет, а именно даже вот сегодня я обратила внимание, что три предупреждения было на официальном сайте нашего города. И вот вы знаете, наверное, камера не передает вообще вот эту все дымки, которые существуют сейчас в городе, но буквально вчера имела счастье поехать, проснуться, во-первых, в 4 утра. В 7 утра я ехала на встречу в другой город, и, выйдя из дома, был такой сильный мороз и туман. Ну, мне так казалось, что туман. Я думаю, наверное, просто очень давно не вставала рано, раз так даже для меня это новость, что такой мороз у нас сильный и туман. Но, возвращаясь обратно, днем была очень классная погода, яркая, солнечное, чистое небо. И вот просто по всей дороге вдоль горизонта серое облако, серая такая полоса над всем. В город въезжаешь, и просто вот все в такой вот еле просматривающейся дымке. Чем вообще это все вызвано? Дело в том, что последние полтора месяца у нас очень холодно, и люди отапливаются больше, чем в предыдущие года. Вот честно, за все время, что мы здесь живем, это, наверное, первый год, когда настолько ярко выражен этот смог, и даже в нашем городе. Я не говорю там про Варшаву и Краков, это вообще там города, где вечный смог. Но в Ополе это впервые вот настолько сильно, что просто предупреждают. Самое обидное, я не говорю про прослойку людей, которые просто не могут себе позволить качественный обогревочный материал. Я говорю про людей, которые обеспеченные, которые покупают себе новые печи, супер модные, супер красивые, супер классные, и тупо сжигают пластик. Вот это просто ужасно. В частном секторе невозможно нормально ходить. У нас есть один район в городе, где и в предыдущие года там было немножко опасно, а в этом году там просто ты выходишь, и ты чувствуешь, как просто воздух, ты его не вдыхаешь, ты его есть можешь. Это непередаваемо. Это просто этот запах, это вот вся эта... Глаза режет. И это просто ужасно, что люди не думают ни о себе, ни об окружающем, и... Блин, капец. А вообще в Польше все хорошо. Да. На такой веселой нотке. Даже на официальном сайте нашего города сегодня предупреждали, что загрязненность воздуха превышает все допустимые нормы и просят воздержаться от похода на улицу. Я, конечно же, ослушалась это все и решила вам снять видео, наглядно показывая, что у нас происходит. Подумала, зачем сидеть дома и снимать вам болтовню, если можно выйти и все это показать. Но не повторяйте этого. Если есть возможность сидеть дома и не выходить, лучше не выходите. И сегодня у нас такой солнечный день, и ты выходишь впервые за несколько дней, солнышко, тепло, ты выходишь окрылённый, что скоро весна, и даже не подозреваешь, какая опасность тебя ждет. Стрёмно, конечно. Вы знаете, может быть, там в первый год это не особо как-то там заметно по организму, тем более организм молодой, но мне кажется, что если постоянно жить вот в такой атмосфере, то реально не знаешь, насколько это влияет на твой организм. Если воду и продукты ты можешь это еще как-то контролировать, не знаю, покупать очищенную воду, какие-то там фильтры применять, продукты покупать, ездить у бабушек, дедушек на рынке. Как я уже говорила, кстати, в одном из своих видео, что экопродукт, вот на самом деле настоящий экопродукт, можно купить на базарчиках, но это в разы дороже, потому что здесь это действительно ценится. Не так, как, допустим, в Украине, что ты едешь на базар для того, чтобы сэкономить. То с воздухом сложнее, конечно. Но на самом деле в поддержку Ополя скажу, что когда мы сюда приехали, больше всего меня поразило, насколько это зеленый город. Прям практически посредине города огромнейший парк, остров, очень много зелени, очень много деревьев. И летом здесь такой действительно классный воздух, не знаю, климат очень шикарный. Но зимой вот такой вот минус существует. Ну что ж, не бывает все идеально, есть как плюсы, так и минусы. Ребята, берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Скоро на моем канале будет новое видео, так что подписывайтесь, ставьте лайк в знак благодарности за мою работу. И до новых встреч, до новых видео. И обязательно пишите замечательные комментарии. Или вообще просто пишите комментарии, даже если они не будут замечательные, все равно пишите комментарии. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!